Сегодня у нас 7 июня 2018 года. Александрова Татьяна Юрьевна, мое новое имя, фамилия Татьяна Махтумсейфуддин. Я вот в моем мейлинге. Сейчас у нас сколько времени? Сейчас у нас где-то 17:30. В общем, 17 часов 37 минут. В общем, это у меня такой, сейчас собираюсь кушать. В общем, такой у меня... Да, в общем, собираюсь кушать. Вот творог, сметану, то, что я купила в интернет-магазине, салатник с доставкой в мой элемент. Вот. Хочу купить кофе. Я еще кофе не пила, честно говоря, не совсем завтракала я больше. Вот, еще не завтракала. Купила только сока. Самое главное, помыла мотивочку. Где моя мотивочка? Я тоже не покушала. В общем, это мотивочка. В общем, помыла я мотивочку, потом сама помылась. В общем, не знаю. Моешь, когда ее мою, кричит она, не хочет мыться. Вот я ей говорю, что она любит мыться, она все равно кричит. В общем, помыла ее, она сохнет где-то. Куда она пошла, в общем, мотивочка? Пошла ему сохнуть. Бежит. Ну, бежит Матильдочка. Бежит быстрее. Быстрее, Матильдочка, молочка. Давай, сейчас молочко открою для Матильдочки. Специально для Матильдочки. Специально для моей Матильдочки. Матильдочка сохнет, моя девочка. Сейчас молочко откроем. Матильдочка, ну, осторожный ножик. Матильдочка, осторожно. Ты какой ножик у нас тут такой. Молочко, аж Матильдочка сохнет. Она вообще такая худенькая, такая прям как это, как вот это вот сфинкс. Матильдочка после бани как сфинкс. В общем, облили чуть-чуть Матильдочку молочком. В общем, вот так. Сейчас себе сделаю кофе. Кофе с творогом. Кофе с молоком, творог со сметаной буду кушать. В общем, миндальное печенье. Ой, Матильдочка, давай это положу сюда. В общем, а так мы ждем звонка. Вообще, жду звонка, должна быть доставка у меня. Жду доставку. Компьютер заказала. В общем, стиральные порошки, платья. В общем, много там эти флешки. В общем, жду. СМС-ка мне уже пришла, что должен мне привезти курьер этот заказ. Вот. Ой, Матильдочка пришла такая голодная. В общем, такая голодная Матильдочка пришла. В общем, голодная она пришла. Убавим музыку. Потому что Facebook. Матильдочка. Ох, это Матильдочка запачкалась. Немножко запачкалась. Ну, давай я тебя протру. Руки вымою. Протру Матильдочку. Ой, Матильда, не надо трясти. Я здесь кушаю. Матильда. Вот это Матильда. Под музыку, когда я говорю под музыку, музыка, конечно, там у них что, музыка, чьи-то авторские права, поэтому Facebook как-то мне это все, в общем, говорить под чужую музыку не надо, пишет, так что вот убавляю. Матильдочка, сюда не надо, это я буду творожек кушать. Матильдочка, нах это Матильда, нах это девочка. Матильдочка вот так вот привыкла, в общем, по столу. В общем,
общем, за 10 это странно. Мотелечка, а что? Ну что Мотелечка хочет? Теперь и покушать, и молочко. Сметану я тебе в прошлый раз давала, ты не стала есть сметану. Вот. Я это уберу в холодильник сразу. Знаете, да, сразу в холодильник я уберу. Вот. В общем, я в моем эйлинге. Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М, дом 9В, эйлинг 24. Вот, эйлинг 24. Сейчас все, это уже открыто у меня. Оформим красиво. Оформим красиво, эксклюзивно. А что Матильдочка хочет, Матильда? Матильдочка, что Матильдочка хочет? Вот красивый такой арбузик. В общем, Матильда, не надо там ходить. У меня там и хлеб, в общем, эти штучки. В общем, шоколадки. В общем, Матильдочка пошла туда. Ну, ладно. К запасам. Знаете, Матильдочка похочет это, к запасам. Она вот показывает, хочет лапкой, там запасы. Там запасы круп у нас, Матильдочка, да? Запасы этой гречки, крупы. В общем, всяких круп запасы. В общем, вот так вот. Матильдочка показывает лапой. Показывает лапой. В общем, не надо там. Не надо там это делать. В общем, что? В общем, что это я себе положила? Еще шоколадки. А, заснять. В общем, это заснять. Заснять из себя. В общем, вот мой завтрак. Еще тут у меня шоколадки. Что еще? А, еще сыр. Еще сыр тут. Ой, еще и Матильдочка. Прыгнуть-то надо Матильдочке. Матильдочка, а на стол нет. На стол не надо. Сейчас я буду кушать. Матильдочка. Матильда, ну как же так? Матильдочка, в ту сторону. Матильдочка, в ту сторону. Сейчас фотоаппарат упадет. Матильдочка. Матильдочка соскучилась по фотосъемке. Матильдочка, ну я здесь буду кушать. Матильда. Матильдочка, давай в ту сторону. Ну, Матильдоси. Ты же видишь, что я буду кушать. Ну хорошо, давай. Давай тебя на ручки к молочку. Смотри. Вот оно. Давай. На ручки к молочку. Сюда, в ту сторону. Вот. Матильда. Что такое? Ты почему прям так вот на стол? Я же здесь кушаю. В общем, вот так. А, сок еще. Еще хотела сок налить. Еще у меня сыр. Сейчас сыр себе отрежу. В общем, эта Матильдочка уже почти высохла. Почти высохла. В общем, прибежала Матильдочка, прибежала. Сегодня вышла я мыть, включила шланг, открыла первый этаж, мою железную дверь на первом этаже. Смотрю, Матильдочка бежит, мяукает, мяу-мяу. В общем, прям мяукала. Потом я стала мыть, в общем, мяукала Матильдочка. В общем, вот так вот. Такие вот дела. Еще что тут? Еще вкусненькое такое. Вишня миндаль. Еще шоколадка вишня миндаль. Мы ее откроем. Вот такие вот дела. Ой. Ну, в общем, или как-то тихо музыку включить. В прошлый раз что-то они там мне, когда я что-то говорила, отключили. Мол, не надо говорить под музыку, это выкладывать на моей странице. Ну, я не знаю, я должна сделать выводы, что я такая, в общем,